Рады, что сегодня у нас в гостях известный поэт, лауреат Международной премии мира Назым Хикмет. Здравствуйте. Товарищи, у меня сегодня очень радостный день. Я утром смотрел спектакль, который писал пьесу я и мой друг Виктор Комиссержевский. Поставили его Театр Моссовет. Сегодня был генеральный репетиции. Завадский и весь коллектив замечательный спектакль сделали, по-моему. Скоро он выйдет. Очень хочу, чтобы дорогие зрители телевидения поехали посмотреть этот спектакль. Это раз. Агитация за мой спектакль. Второе, то, что я хотел. Вот рядом со мной сидит поэт Муза Павлова. Она мне переводит даже лучше меня. К сожалению, я по-русски не могу читать стихи. Буду попросить ее, чтобы вам читал три стихи. Короткие они будут, не беспокойтесь.